Горе в семье Ирины Муравьевой. Скончался близкий человек. Ужасное горе постигло в это воскресенье семью актрисы Ирины Муравьевой. В одной из больниц Москвы скончался ее супруг, известный режиссер, заслуженный деятель искусств Леонид Эйдлин. Отец скончался сегодня в московской больнице в результате инсульта, сообщил Интерфаксу сын Ирины и Леонида Евгений. Официального прощания с режиссером устраивать не будут. Даже дату и место похорон семья решила не обнародовать. Об этом узнают лишь самые близкие друзья и коллеги Эйдлина. Леонид Эйдлин родился 2 февраля 1937 года в Ленинграде. В 1968 закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером Саратовского театра юного зрителя имени Киселева. Со своей будущей супругой Ириной Муравьевой Эйдлин познакомился в Центральном детском театре, где начиналась ее карьера. Они прожили вместе почти 40 лет и воспитали 2 сыновей. Оба их сына тоже стали актерами.